Я не знаю, почему они золотые, они выполнены из такого металла. Может быть, это потому, что уренгойское месторождение – это своего рода золотой дождь для экономики нашей страны. Значит, нам газ будет. Потому что я 10 апреля встречаюсь с губернатором, с новым губернатором. Значит, кому броню можем идти. Мы верим, что лучше будет. Верим, что лучше будет. Верим, что лучше будет. Лучше будет. Лучше будет? Ну, если будет. Веришь, нет, что лучше будет. А как я могу верить-то? Кто его знает, лучше будет, может, лучше или хуже будет? Не могу я сказать, не знаю. Нету, где можно заработать? Вон, я вам могу показать, вон здесь, как здесь это мало, то все я здесь перекопал. Поле большое здесь, да? Там да. Тоже большие ямы, это все я. Как я вам вчера говорил, какие руки истина, у меня. Это истина, это истина. Горит? Горит? Горит. Черт, убери. О, а то не открыл. Горит? Открывай больше, хиба то горит. Хай палай хоть час. О, все сильнее. Да что можно добавить, а метр два. О, выше, выше. О, жалко вам газу, елки, деля. Мы жизни не жалили бы. Мені не газу жалко, а мені жалко того, що я вилечу. What connects such a different life of such different people in such different Europe?